Так, улучшение снаряжения с помощью значка домика, блядь, заебись на. Это стрелочка вверх, блядь. Это домик, блядь. Хоть убей, это домик, нахуй. Сам ты, блядь, домик, нахуй. Где ты там окошко или дверь, блядь, видишь? Ну, это такой закрытый домик, блядь. Какой, типа, блядь, закрытый? Забаррикадированный. Ты спятил уже, блядь, со своим ассасином. Улучшение колчана, блядь, увеличит количество стрел, чтобы достаточно логичная хуйня. Колчана, блядь, улучшение, блядь, поехали. Не. Хилочка, ты смотри, с сердечечком вырезанным, как аккуратненько. Все, мешочек для провизии. А? Маленький такой. Больше травы хочу носить с собой. Я всегда хочу носить с собой больше травы, и чтоб меня не принимали за нее в подъезде. Так, все закончилось... На том, что мы тпшнули и летели с небес, как долбоебы, да? Да. Ну, то бишь, нас заглючило. Так, тпшнули ли со мной эти пацаны, блядь? Или мне конечно придется тпшить нет. назад? Так, мне ну, кажется, конечно, что... прыгаем в воду. А это, блядь, не ледяная вода. Это особенно... А, нет, ледяная. Чуть-чуть, это ассасиновская вода. Так, нам нужно на точке К. Сюда, да, ну да. Угу. А я могу добраться вообще вот сюда без корабля? Вряд ли. Ты замерзнешь, скорее всего. Что логично. Если тут какой-то причал или что-нибудь такое. Ну. Типа лодку вызовет. Ну да, мне просто интересно, можно ли как-то типа подойти к берегу? Ну, но коня-то я могу вызвать, правильно? Конь-то тпшит везде. Ну это конь, блин. На, сука, пидор, ебаный. Подожди, подожди, я передумал, все нормально. Зачем ты коня бьешь? Это я случайно. Сумасшедший, блядь. Сумасшедший. Мне кажется, только со значком якоря можно там вызвать посудину нашу. Что, блядь, логично. А есть вот такая хуйня? Мне кажется, что она будет где-то вот здесь, да, возле этого поселочка. Ну, короче, не стоит оно того, да? Ну да, ну в воде ты замерзнешь, естественно. Ты можешь промчаться вдоль берега на лихом скакуне и разведать, есть ли там что-либо. А так, мне кажется, тебе придется тпшить обратно в посудину и плыть на посудине. Блять, не та кнопка. Ну ясно, но это того стоило. Такая тпх. Стейнбьорн, одно из сильнейших созданий в мире, которое под силу победить лишь самым могучим воителем. Это, блядь, какой-то медведь. Внешний вид предмета снаряжения меняется в зависимости от их качества, Саня. Повысьте качество этих предметов, кузнеца, в своем поселении, чтобы изменить, блядь, внешний вид. Хуя себе, блядь. Шо наша фуриоза, блядь? Песни скальдов, истории команды. Когда вы на борту своего корабля, можно попросить вашего скальда, Браги, спеть песню или послушать историю кого-то из команды. Вот там толпа твоих бичей сидит. Ну что у нее за рафоном-то здесь? Максимальный графон. Ой, блядь. Ой, что это, блядь? Что это за темная тема, блядь? Не, очень темно. Ты специально выставлял, чтобы светлее было. Но там же этот бог. Там же солнце начинает, блядь, по-уебищному как-то падать, из-за этого ты убирал. Типа на светлое установил. На контраст убирал. Заткнись, пожалуйста. Нет. Никому не интересно. Но... Всем интересно. Вперед, и все. Тут надо без паруса. Почему? Поднимай нахуй курс. Встаем сюда! Вот это ты приплыл, блядь! Вот это! Ребята! По-быстрому. Я понимаю, вы все устали. Это было долгое путешествие. Спасибо вам всем. Да. Ну, неплохо, неплохо. Выходим. А ты вышел, я видел. Подъебался. Парус пока не поднять.
Да я не собирался, заебал это нахуй со своим парусом. Просто я нажал треугольник, а она... Там Кент, блять, музон ебашит. Войны, дренги. Когда я был далеко от этих берегов, я песню слушал вообще-то кино. Увижу ли вновь свой дом? Увижу ли твой? Я стал бояться, бояться, что не увижу, как падет Кьотви. Не увижу, как он истечет кровью, будто заколотая свинья. Но я вернулся. И теперь иду на славную битву вместе с теми, кто мне дорог. Сегодня на Сигурне ебанулась, мы захватим Нортфолл. Пусть Кьотви трепещет. И такая пусть ария, блядь, играет Норфолк. Ну и похуй то, что Норфолк в Англии. Будет молить богов о помощи. Просто на соседнем корабле корабль проезжает, там ария такая хуярит. Ворон попирует вдоволь. Вон попирует. Бля, какой костер, блядь. Великолепный. Иди нас к победе. Я укажу путь, но нас поведешь ты. О, Эйвор, как же мне тебя не хватало. В смысле, блядь, ты знаешь острова лучше всех? Тебя два года здесь мужик не было. Стюр Бьерн не отпустил нас обоих. Он зря опасался. Вместе мы непобедимы. Два дебила, как говорится, это сила. Ну вот у нас даже этот значок такой же. Двух дебилов? Да. Ну, подожди, где песня? Где песня? Ну, играйте, блядь! Мы типа идем на морозе захватывать вот эту поебень. Да, да, просто напрямую, прям в крепость плыви. Вот один случай из моей юности. В нем не сталкер, садись. Да, сталкер, садись. Бежал как-то кровосос по полю, бля. Наверх. Понеслась. Парус поменьше, блядь. Ну, набег. Пизда вам, пацаны! Допрыгай, дура, блядь. А, тут же на квадрат, блядь, уворачиваться точно. Где мое, блядь, сверхоружие, блядь? Что происходит? Ты поджег стрелу. Блядь. Понятно, подожди. Нихуя, блядь! Ебать нахуй, это ж ассасин, ебать! Ебать, он жесткий, блядь. У тебя еще полчаса эта хуйня про факел будет висеть. А бросить факел. Так это факел метнул, ты видел? Подожди, вот оно, блядь, опа, понял? Опа, блядь, охуенно. Угу, подожди, факел. Бросить факел. Я должен, блядь, что ж? Блядь, это просто великолепно. Я ебать, не устану радоваться этой игре. Ой, блядь, ой, великолепно. Ой, блядь, все горят нахуй. Ты причем посмотри, похуй, какой заметь. Кайф вообще просто. Ай, блядь, может поможешь? А они уже сами, бля, как они уже столько избили нахуй просто. По-моему, великолепная игра. Опа, друг лучник. Как это так? Ты что, забываешь, что они там куканят? А, налево. Да. Там сверху где-то лучник был. Да подожди ты, ебать, что ты делаешь? Сейчас буду заебывать тебя этой хуйней, дружище. Ты смотри, ты видел, там чел на доме лазил, блядь. Ассасин. Нельзя сюда забраться. Я не понимаю пока, что происходит. Ты видел его разворот, нахуй? Охуел ты, чмо ебаное, на. Стрелы, да? Ой. Ой. Бля. Ой, ой. Куда он побежал? Там же вроде никого нет. Вот это набег, вот это я понимаю. Просто хуйта какая-то происходит, блядь. Куда он делся? А он все за тобой побежал, спрыгнул. Ты че, блядь?
Тактический прыжок. Блять, пацаны, да, блять, это пиздец. Я не могу перестроиться, нахуй. Ну, блять, ну ворот на квадрат. Ну на квадрат, сука. Ты просто десинхронизирован, Александр. Сука, ну играешь во все игры, там на нолик, здесь на квадрат. Ну, блять, ну что? Все, сейчас я, подожди, сейчас. Да ты бред. Сейчас, сейчас я выйду нахуй из игры просто к хуям и удалю ее. Сейчас. Игра будет преследовать тебя. Давай. Мы тут просто стоим, ничего, мы ничего не будем делать. Сука. Возьмем Нотфол во имя Одина. Дайте мне прицелиться нормально, что за нахуй, блядь! Ааа! Ненавижу эту игру, блядь, всей душой нахуй. Вот, а еще, блядь, на Человека-паука ругался, блядь. Да паук тоже хуйня. Нет, ты лжешь. Куда ты полез? Ты как ты это сделал? Боже мой, нахуй. О, пацан. Съебали эти факелы, он ёбаный, блядь. Сука, он лётает с мега двуручим, блядь. Откуда он у него, ладно? Причём он дерётся, блядь, одной рукой, ты заметь. Подожди, вот Эйва, на Эйвора наведи. Ты посмотри, как он дерётся, он одной рукой двуручим махается. Эйвор, это я. Фу, блядь, Сигур. Смотри, смотри. У него в одной руке двуручник, блядь, в другой топор. Что, я загорелся, блядь? Кувыркайся, блядь. Что за хуета? Фу, блядь, какой кошмар, нахуй. Ай, блядь. Согласись, просто игра тебе противостоит. Ты нашел достойного соперника. Что за подделка, блядь, вообще вонючая. Так она, прикинь, номинант, блядь, на игру года, нахуй. Она? Там этот... Golden Joystick предлагает тебе проголосовать за эту хуйню. Точнее, там в номинантах это Вальгалла ебучие. Ну. Mm-hmm. Хорошо, что не 13-й, блядь, ремейк этот, да. Майлз, кстати, там тоже есть. Возьмем Нотфол. Мне кажется, человек выиграет. Не, я буду угорать, если выиграет ремейк Demon's Souls. На самом деле. Ктана побежал. А он там тоже в номинантах. Вот, я буду угорать, что выиграет ремейк Demon's Souls. Игру года заберет. И типа самую лучшую RPG. Господи. Понял, блядь? Мы в руках Одина, блядь. Если я в руках Одина, то он явно меня чем-то, блядь, не любит. Нахуй. Да, блядь, я же выбрал, ёбаный факел! Там кто-то орёт, блядь, играя в эту игру просто. Это я, блядь. Блядь, сейчас же мы тут сгорим, нахуй, блядь. Кувыркайся, кувыркайся. Да я не могу, блядь. Во-во-во, давай. Сука. Хорош, хорош. Невозможный кусок говна просто. Невозможный, блядь. Позорище ебаное. Фу, нахуй. Ты просто предвзят. Это потрясающая игра. Береги, ребень. Да заебали вы сюда факела кидать, нахуй. Дебилы, блядь. Ты ответишь. Ну же. О! Пошел нахуй, короче. Слушай, а как... А, они типа там с огоньком боченьки. Разлублю, блядь. Я не знаю, кто в тебя там стрелял. Хочет лизнуть, на. Сожжем тут нахуй все. Ебать нахуй, что это за, блядь? Что происходит? Там Сигур, блядь, прыгает. А, нет, это ассасин наш любимый. Да что ж такое-то, блядь? Все, уже не гори, уже похуй, да? Хорошо.
А вот это я стрелял. О, боже мой, вообще просто пиздец, блядь. Пусть это станет предупреждением. А это кто? Ой, пиздос. А это кто стрелял, нахуй? Вижу корабли. Опа, подкрепление, на. И шо? Ну давайте, блядь, подождем. Настолько фееричный набег, что я ебу, нахуй. Это, блядь, кайф. Просто кайф. Шо мы все спалили-то сразу, нахуй? А шабить кто будет? Что за корабли-то? Явно противника. Да, они уже здесь, блядь, стоят. Ну. Ага. Боже, у меня слезы, я рыдаю, нахуй. А это, походу, союзники какие-то. Вы пролили много крови. Это Гута Мудрый. Кто ты, Гест? Представься. Он мне знаком. Встречался с твоим отцом не так давно. Так и есть. Я Гутарм, дядя короля Харальда. Мудрый, между прочим. И когда нужно, его посланник. Странно, что... Это не земли Харальда. Женщина. Зачем его не ему отправлять сюда воинов? Можешь спросить у него. Король? Спасибо. Опа! Дядя. Ты Сигурд из клана Ворона, верно? Опа, сразу такой по стойке смирно. Да. И ты стоишь на его земле, Харальд. Это как бы, блядь, нами в кровавой битве. Король, долбоёб. Вижу и чту вашу доблесть. Я пришел воевать не против вас, а вместе с вами. По просьбе твоего отца. Хитрый волк. Это то, о чем он говорил? Я предлагаю помощь. С моими воинами ваш клан возьмет крепость Кьотви и, наконец, покончит с этой расприей. Добрая весть, Айвар. Преимущество будет на нашей стороне. У нас общая цель. Давай, зачем тебе помогать? Зачем тебе помогать нам? Тебе обещана доля? Война между кланом Кьотви и вашим коснулась южной границы моих земель. Я хочу с этим покончить. Пока же в Кьотви мира не будет. Зато с твоим отцом у нас во многом схожие взгляды. Это давняя вражда, король. Мы рады там парень помощи. Сзади короля стоит, но просто, блядь, пронзает меня своим взглядом. Я не могу, на. У тебя это вопрос чести? Да. Хорошо, что много камеру поменяли еще. Кьотви предал наших отцов. Он нарушил мир и многих убил. Я понимаю. Вон Сигурд, он, возглавит нападение на клан Кьотви. Просто я в ахуе с него. Пусть мне он снится будет, моим, блядь, кораблям и людям. Когда одержишь победу, Сигурд, найди меня в Алерикстаде. Отпразднуем ее вместе. Да, такого стрёмного запуска NextGen'а ещё не, я не припомню, блядь. Зато ты что, Assassin's Creed не выделил 60, блядь, FPS на 30-80? Мы встретимся там и получим голову Кьотви. Брат, я столько лет ждала этого момента. Assassin's Creed не вытянул, блядь. Дай мне нанести Кьотви последний удар. Просто. Конечно, ты заслужила. Шкурку поди почисть свою, нахуй. Дагестанец недоволен, нахуй, другой дагестанец. Дагестанец номер два недоволен. Это номер один. Дагестанец номер один. Нам помогает. Я бы так не стал. Не ясно, что он задумал. Он либо юный глупец, либо просто либо хитрый пидор. Как бы то ни было, чувствую, эта война скоро закончится. Блядь, ты посмотри на эти красоты, а? Ты глянь на, да, это просто. Выглядит как кусок дерьма. Это просто, блядь, великолепно. Что они сделали с водой? Я вообще хуй его знаю. Ну, это какая-то серебряная жижа просто. Это же, блядь, движок Одиссеи, нахуй. Ну, мы же играли в Одиссею, там все прекрасно выглядит. Ну, что с этой игрой не так? Она про викингов. Викинги живут в говне. Это я, блядь, уже в говне обвалялся, нахуй, весь, блядь. Что там у нас дальше, блядь? Говорите с Сигурни. Навыки. Еще я нет, вот эту хуйню очка докачиваю, блядь. Ты докачиваешь? Я пытаюсь, блядь, не могу. А, тебе... Вот да. Я тебе не докачал еще. Угу, еще два осталось, да? Угу. Вот эту хрень сейчас прокачаю, еще заебись будет.
просто пролог такой, ну завязка, завязка. Настолько хуёвая. Опа, еще два очка навыка. Да это те же самые. Реально, она такая скучная, поебень, ну пиздец. Ай, да лестница же есть. Нет, настоящие ассасины начали прыгать на стену. Как долбоёб. Ты пропустила так, начало. Лагерь Кьотви растаял, как снег по весне, когда мы пришли. Отсюда начнем наступление. Что, о чем он говорит? Я не знаю. Я же с вами был. Ты что-то, видать, пропустил? Да, отсюда. И мы уже готовы. Воины Харальда на своих местах. Только дай приказ. Да, мутный. Но прежде у меня есть просьба. Да, давай будем называть его мутным. Слушаю. Позвольте Эйвор бросить вызов Кьотви у ворот крепости. А Сигурд это будет ёлочка. Бой насмерть. Один на один. Да, ебать. Хочешь этого? Конечно, блядь. Кьотви отняла моего отца честь и славу. Я их верну. За честь и отвагу. Вопросы чести каждый решает сам. Если Кьотви умрет до начала битвы, тем лучше для нас. Такая мощь не снилась моему отцу. Ебать, ля, какие у них карты ебучие, просто нахуй. Как будто, блядь, картограф 16 или 17 века сидел, блядь, там все чертил, блядь. Судьбы Кьотви. Вообще. Хорошо ля. Сказано, воительница Скальд. Надеюсь, мы услышим, как об этом сложат песни. Надеюсь, эти песни я услышу, блядь, на корабле, а не как в этот раз было. Поговорим? Давай, Васим, ебать. Хайсом. Это не ваша война, но вы сражаетесь. Это странно. Странно, Харрисон потому Форд. Что ты не права. И бассейн. Наш клан, незримые, веками вел борьбу против Ордена Кьотви. Вы прибыли к нам, чтобы убить Кьотви? Бля, шо ж вы так прорисованы, да. Четко-то нахуй. Точнее, чтобы Хайсом на клиночки на его торчат, убить. Вилки какие-то, блядь. Мой ученик уже много месяцев изучает свою цель. Слава Кьотви в других землях так велика? Не его слава, а слава Ордена, в котором он состоит. Орден — это тамплиеры, клан, блядь. Враждебный нашему. Он тамплиер. Хайсом. Нет. Не хочу проявлять неуважение к незримому. Какое совпадение? Но Кьотви убью я. От этого зависит честь моей семьи. Понимаю. Важно то, что Кьотви сегодня умрет. Этого хотим мы все. Ну, он хотя бы уступил свою цель. Ха, лохушка, мы ее наебали. Самого его убьет вместо нас. Ха, идиотка. Ананас. Ебать, вот это ебло, да. Вот это дана. Да. Давай ходить, блядь, в этих самых. В полуверах зимой, блядь. Охуенно. Опа, ебать, нахуй. Ух, сука, блядь. Пидор. Блейхва. 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 Сомя, селёдочка. А, подводочка. А, капустка. А, сомя, соленья. Гусь какой-то полетел. Кьотви! 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 Туби, пизда! Туби, пизда! Туби, пизда! Выходи, пес ебаный. Что же ты подкрадываешься к моим стенам в ночи, как вор? В смысле, подкрадываешься, блядь? Это мой бой, Кьотви. Сигурд пришел лишь посмотреть, как будет пировать мой ворон. Вы гляньте! Сестра... Да волка! Похоже, снова попытается сокрушить меня. Это позор моего отца. Но я верну честь, что... Ты видел, там глюк какой-то справа был, блядь? Да будет Хорган! Здесь! Ля, я называю Кьотви! Ты будешь просить пощады, как твой отец, сестра Волка. Вопить, как вопила твоя мать. То бишь он настолько долбоёб, типа вплотную. А, это типа две стадии. Голыми руками сейчас будет сначала хуярить. Ну, да. А потом топоры возьмем. Подожди, подожди! Я заберу твою тихо, мать. Тихо. Слабак, как твой отец! Давай, блядь. Подошел! Ага, бля. Так, понятно. Понеслась. Смерть идет. Тихо, эконом силы.
Ну и что, только два удара, блядь? Потрясающе. Они, походу, отнимают до хуища. Ну да, у него два удара. Боже, как это интересно, бля, я больше ничего не делаю. Ой, поймал меня, смотри-ка. Ой, какая хрень. Чую твой страх. Да, мне кажется, чую, потом ты возьмешь оружие. Нихуя себе у тебя. Ебать, тебя отпинал, как лоха. О, боже, какая хуйня, ужас. Вставай, Эймор. А, это типа так и надо. Тебе рано умирать. Хуясь. Что это за дед, ебать? С1. Почему ты еще жив? А сейчас уже можно, блядь? Все отец наблюдает. Куда он пошел? Что происходит? Я не могу ничего сделать. Мне что, похуй? Да. Мне похуй вообще. Нихера себе, блядь, ты больной, что ли, нахуй? Ага, понятно. Шел в очело, блядь. Хуйлопан ебаный, блядь. Нихера что, себе, как, я же уже ушел, блядь. Это, блядь, у него два полутораручных топора, блядь. Даже двуручных, блядь, по факту, потом. Ну, для такого человека, как я, да, блядь, что это роста. За хрень? Это хрень, которая пробивает все. Ты видел с твоей головой что-то? Боже мой. Боже мой, ну что это такое? Блядь, сколько времени прошло с выхода игры? Да вы хоть, блядь, патчи выпустите, что ли, уже, нахуй? Я не знаю. Зачем? Зачем, если People, блядь, сожрет эту хуйню? Ты видел, он просто тупо на меня бежал, я отпрыгивал по хую вообще, нахуй. Боже, какая хуйня, блядь. Это просто, это позор, нахуй. Ты чё, это великолепная игра? Десятка. Какой долбоёб поставил десятку, блядь, здесь? Я кормлю тебя, волкам! Ну, ты куда пошёл, долбоёб? Я здесь, нахуй. Алло. Наверное, тот долбоёб, которому заплатили. Нормально, блядь. Эта хуйня меня подъебала взять. А, типа проламывать щиты? Ну да, он типа усиленный удар, который типа может проломать себя, пёс. Давай, атака, блядь. Ой, хорош. Давай, сука. Опа. Это новый просто мув. Это скрипт. Что? Да, это скрипт. Да. Ортирена херенде. Какая к черту подгрузка, серьезно? Да, все, надо грузить. Ох, ебаный вру! Ой, Харрисон долбоеб! Ой, долбоеб! Харрисон Форд, блять, умер на. Конченый. Нахуй он прыгал. Где дроп? Где дроп? Где дроп? Да нет дропа. А, он жив еще. Я не смог собрать. Блин, ну типа, блядь, пока нельзя. О, блядь. Ну тебя нахуй, я тебя знаю. Отошел, пес. Тихо, блядь. Давай, сука, ебашимся нахуй. Что такое? Уже ой, не хорош. Такое крутое, блядь, а нахуй? Открыта новая область, ты! Какие-то, Макаром открыл новую область, Саня. Давай, туши его! Ты, пидор ебаный, нахуй! А ну сюда, за моего отца! Хорош! Хуйло ебаное, блядь, сука, блядь. Фу, нахуй. Бля, ну конечно, этот мега-ассасин, это пиздец. Который ворвался там. Опа, цешо. На кончиках пальцев, Ubisoft. Встань, Эймор. Иди. Это Dark Souls, нахуй? Пробудись.
Это Один, блять, охуеть. Один? Блять, ты не видел еще Одина в сериале «Викинги», то вообще отстой полный. Что тебе нужно? Мне нужна твоя одежда. Такой, знаешь, опа! Моя смерть принесет тебе славу. Получи же свой трофей. А, ну это как в этом, блять. Где? Ну сейчас закончится за 100. Ради твоего отца и его бессмысленной жертвы. Узри плоды нашей войны, Эйвор. Нихуя кайф. Урожай трех мертвых поколений. Имена неизвестны. Все бессмысленно. Нет. Мой клан не будет забыт! Я бился как мог. Я сделал все, чтобы выжить. Ведь я знаю, что ждет нас в конце пути. Одна лишь тьма. Опа, блядь, монетку спиздил. Это шо, бублик, блядь? На, похавай, это снюс. В Ассасине же всегда, типа, там, вот этот анимус, блядь, проявляется, когда ты убиваешь жертву, потом ты с ним пиздишь, типа. Клан Ворона! Клан Ворона! Идите же! Мэвричины! Прямо в горнило своей погибели! Чё, блядь? Твой отец мёртв, блядь! Чё, ебанутый, что ли? Долг уплачен. Открой ворота, и мы тебя пощадим. Иди валяйся в дерьме. Лучники, стрельтесь. Вороны, убейте. Нахуй. Опа, форонер, форонер начался. Грелы, о, блядь, лестницы, форонер. Ты чё стоишь? Господи, блядь. Смотреть, блядь. Пацаны, там крепость. Чё за хуйня? Кто это реально писал? Какой там лут с Кьотви, блядь? Полутай. Собрать морожку, естественно. Почему все бегают субботно? Пацан слева валяется до сих пор вот этот, блядь. Ты морожку собираешь. Грибов нельзя пожрать. Все нормально, короче. Господи, это, конечно, пиздец. Просто. Настолько дешево и отвратительно. Что ты делаешь? Пытался скинуть лестницу. Что это за хуйня? Без понятия. Типа помочь в той зоне надо, чтобы они прорвались. Я без понятия. Опа! Я даже не знаю, что происходит. Это какой-то сраный форум. Проклятье! Первый меч! Вообще не задавай, не задавай вопросы, блядь, что здесь происходит. Серьезно, у меня стрела висит просто в воздухе. Слушай меня! Пошел нахуй, нахуй мне тебя слушать. Что за хуйта? Классические набеги, блядь, давай, дружище. Опа! Ты крутой, да, такой был, нахуй? Ну понял, прощай, друг. Господи, кто мне все это делал? Мне срать на твой щит, на. Похуй мне, бля, иди нахуй, бля, хуйло. Ебать мне это, блядь. Это пиздос вообще просто. Ты умрешь, Саня. Вот и хуй тебе, блядь. У тебя стрела висит что-то в нигде, блядь. Они бесконечные, Саня. Иди до цели. Забей хуй. Типа, открой ворота, пока там пацаны твои стоят, там курят, я не знаю, что они делают. А вот это вот мы не можем, да, открыть? Моя стрела теперь по жизни сама, это пета, короче. Ой, ворота проебаны, блядь, да, пацаны? Как же так произошло, да? Что же случилось? Вы вместе с ним решили побегать, нахуй, или чё? Что происходит, блядь? Господи, блядь, какой кошмар, нахуй. Это же просто позорище. Да пошел нахуй, я уже здесь.
Бля, тут просто идет. Забей хуй, просто пробегай мимо них. Шура. А тебе не нравится боевка, что ли, блядь? Не хочешь наслаждаться ей? Пошли нахуй, меня не пробьешь. Эй, я тебе сказал, пробьешь. Не пройдешь, долбоеб, нахуй. Ты че, блядь, тупой, что ли? Я слишком читерский, блядь, у тебя ассасин, нахуй. Иди нахуй, я тебе сказал, блядь, ты че, нахуй? Невероятно сложная хуйня. У тебя глюк стрела, конечно, это пиздец. Да я сказал, это бед, все нормально. Опа, ля, какая хуйня. Опа, несущие горе. Вот ты пошел, Что за хуйня? Тихо, блядь, я не с тобой сейчас общаюсь. Все помнят двойной удар Праги. Этот придурок там так и будет стоять? Просто, да, просто стреляй в него, он просто входит. Я не знаю, что он делает. Нахуй, просто стреляй, да. Что вы пытаетесь сделать? В порядке, друг? Ты что там, кастуешь что-то нахуй? Я куда не знаю. Куда ты пошел? Он кидает какую-то хуйню. Топоры! Это великолепный парень просто, пиздец. Ты классный был, чувак. Один, 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 один. И чё, мы не пройдем, да, типа никак вообще? Ну, типа, что, тебе что, нужно... Что, блядь? Я не знаю. Типа, вон, по веревочке справа тебе нужно перебраться в лагерь. Блядь. Сука, да я ж не сюда прыгал. Туби, пизда. Туби, туби, пизда. Ой, блядь, не туда прыгает, нахуй. Что происходит вообще с этой игрой? А ты сможешь сюда залезть, ты друг? Нет. А, он будет по мне стрелять, да? Конечно. Ну давай, блядь, постреляем. Ты вот смотри, вот... Нет, не постреляем, вот почему мы эту хуйню, Сань, убирали про эти, блядь, отблески, блядь. Закатные, блядь. Видел, что на нем было, на том чуваке? Они все равно остались. Это не... Я ее не прибавлял. Я убавлял просто яркость, блядь. Да дайте мне пройти, блядь, пацаны. Это не все равно неизбежно, нахуй. Да иди, открывай ворота, ну его нахуй. А как же крови, блядь? Я хочу крови, на. Пацаны, забей. Я сейчас и ворота открою, хорошо? Ладно? Ой, блядь, сейчас меня убьют, на. Блядь! Сука. Дождался, чё? Это пацан... так долго открывай, это бессмысленно. Срубила эту хуйню и всё. Блять, ори пацанам, типа, все, готово, типа, вся хуйня, заходите. Нет, мы будем полчаса открывать эту хрень, блять. Бля, какая хуйня вообще. Насколько людям может быть похуй, блять, на то, что они делают? Это же просто вообще позорище, нахуй. Они вкладывали всю душу в эту игру. Да, да. Нет, там будут отмазки, типа, коронавирус, там удаленка, очень сложно было разрабатывать, там, понял? Собьем шапку. Просто... Ну, то есть, ворота я открыл уже, да, хорошо. Да. Просто забивай на все хуй, иди пиздой, голова. Так, естественно, бро. Опа. Ты так предсказуемо в своей погоне за местью. Ты лишь тень своего что? Отца, Горм. Я ты просто пришел, убил отца твоего, сейчас тебя ебану. Причем тут предсказуемость? Ну? Я не знаю, он долбоеб. Просто отстреленный какой-то. Что? Это даже не персонаж. Нихуя себе! Он что тут с тобой ассасин? Происходит, нахуй? А, он, блядь, поджег всю эту хуйню. Че, совсем ебнутый, что ли? Ну, типа, не доставайся же ты никому. Он документы секретные КГБ палит. Господи! Господи! Твоя любимая хуйня с прыжками. Он заметает КГБшные следы. Съебался, кайф. Этот да нахуй сбежал. Ты все спалил, долбоеб. Его отец умер дважды. Но он так-то, кстати, уже трижды, получается, умер. Ну да. Если посчитать вот это мистическое дерево ему, блядь, в очко, которое залетело.
Блять, это охуенно. Вот этот набег, это охуенно. Я так понял, это еще и самое интересное, что есть в игре, да, блять, походу. Поговори, блять, с этим Сигурдом. Что ты? Пиздец какой-то, блять. Ну давай, сейчас прыгнем, а что, блять. Довольно! Пусть трус! Что довольно? Я нихуя не делал. Я ничего не делал. Дыхание битвы на моем челе. Члене. Эту ночь воспоют скальды. Ну, смотри, бля, как дымится. Но Горм сбежал. На север, во владение Харальда. Пусть бежит этот побитый поросенок. Его отец мертв, а клана больше нет. Ругья Фюльке принадлежит нам. Ругья Фюльке! Беззубый щенок может стать свирепым волком. Эйвар, постой. Послушай. Ты вернула себе честь. Ну, блядь, естественно, радуйся, он будет побег. Мстить тоже, нахуй. Завтра ну, блядь, куда ты сейчас за ним попрешь? Он ты уже прав, хуй знает брат. Где, блядь. Ты всегда прав. Гуторм, отправь весть о нашей мутный, победе мутный. Своему племяннику. Я уже сделал это, Сигурд. Он будет более вот такой, доволен. Блядь, мега-смс голубь такой. Рейтинг, Валера, кстати. Скажи, он тупо телефон достал, отправился. Да. Пейджер, подожди, какие телефоны? Тогда Ради телефонов не было, пейджеры были. Да насрать, это игра от Ubisoft. Пизду. Был магический щит. Подожди, у тебя будет корона, она его предупредила. Викинги уже тогда знали, что там. Я весть о победе, прежде чем он отправится на Альтинг. Конечно, знали, ты видел, как они ходят зимой, бля. Естественно, у них хуже, чем корона, может быть, бля. Сань, там, вот там чел приоделся, ты видел? Знаешь. Который Сань, лежал, бля. А, у меня такой маленький вопрос. Вот мы уже сколько, блядь? Ну, часа три точно, да, в нее играем? Ты что, 4? Да, да хуя, ну, больше даже 4, да. Вот. А, ты ж помнишь, что мы выбирали, типа, этот искусственный интеллект, который в некоторые моменты будет заменять нас на мужчину. Ты же помнишь, да, там так говорилось? Ну, типа, да. А почему мы до сих пор бабой бегаем? Наверное, время еще не пришло.